Жители нашего города зачастую вынуждены наблюдать не самую красивую картину у контейнерных площадок многоквартирных домов. И если сами контейнеры вывозятся регоператором более-менее регулярно, то состояние территории вокруг них порой оставляет желать лучшего. С недавнего времени в Фурманове по инициативе местных властей на территории контейнерных площадок в разных микрорайонах города установлены так называемые бункер-накопители для сбора отдельных видов мусора. В частности, это спилы деревьев, ветки, листва и трава, а также строительный мусор. Сделано это прежде всего для того, чтобы упорядочить уборку мусора, вывоз которого не входит в компетенцию регионального оператора. А вокруг основных контейнеров были чистота и порядок. Следует обратить внимание, что для каждой категории мусора предназначен свой бункер. Спилы деревьев, ветки, листву и траву необходимо складировать в отдельный бункер красного цвета. Строительный мусор в отдельный бункер серого цвета. Мебель, бытовая техника, сантехника должны складироваться на площадку отсек под крупногабаритные отходы. Ну, это экспериментальные бункеры. Мы их подготовили специально для жителей, для того, чтобы жители немножечко сортировали, так скажем, отходы. Красные для того, чтобы туда складывали ветки, древесные отходы. Серый бункер для того, чтобы туда складывали строительные отходы. И, соответственно, у нас есть площадка рядом с контейнерной площадкой, место под крупный габарит. То есть мебель и какие-то, ну, то есть крупный габарит именно. Скажем, что рядом с бункерами расположен плакат, информирующий жителей о точном предназначении каждого такого контейнера. Соответствующие службы городского поселения будут вывозить их каждый понедельник. Горожан просят быть внимательными и ответственно отнестись к утилизации отходов. Ни в коем случае не бросать в бункер-накопитель для веток и растительности мусор другого вида. А для того, чтобы не было стихийных свалок, которые находятся рядом с контейнерными площадками, и причем они масштаб приобретают достаточно большой, вот, в целях этого мы как бы решили сделать такую идею, воплотить. Пока на территории города установлено 8 бункер-накопителей. Расположены они на 4 экспериментальных площадках по адресам улицы Тимирязева, 39, Возрождение, 22, Возрождение, 29 и улицы Ивановская, 7.